Да, следующий, четвертый у нас идет год зайчика, да, Туладиль. Да, вот здесь чуть-чуть немножко разница есть. Угу. Вот у нас сейчас заканчивается год зайца, да? Вот как написано в текстах по астрологии, что для мужчины, что для женщины, свой год плохо, это одинаково. Да? Вот, например, год зайца, для год людей, родившихся зайцем. Но у мужчин бывает перед своим годом и свой год оба плохие. Да? У женщин бывает свой год и следующий. Поэтому получается, да, что вот для год зайчика людей мужчин, год дракона хороший год. А вот для год зайца женщин, год дракон чуть-чуть неблагоприятный. Здесь надо разницу делать, да? Например, для год зайца мужчин можно его активно провести. Ездить, поездки, там что-то заниматься делами. Я думаю, что он благоприятный год. Вот для женщин год зайца, я думаю, надо первые полугодия чуть-чуть аккуратнее. Где-нибудь до середины года, ну, скажем, июнь месяц. Да? Если у нас будет зул в декабре, да, 25-го, то примерно как и григорианский календарь, где-то до июнь месяц. Активные не нужно. Хорошо, поездки дальние, например, начало, конец года, да, вот этого, следующий год, начало. Когда скользко, аккуратнее над первым полгодием. Например, да, поездок много не надо. Чуть-чуть нужно вот это до середины. И потом уже со середины следующий год, я думаю, он уже такой и обоим им хороший станет. Да, как для мужчин, так и для женщин. Поэтому говорят так, оно немножечко по-другому идет. Говорят, у мужчин бывает перед своим годом бьет, свой год заканчивается. Да, втором полугодии. У женщин бывает, говорят, свой год бьет, на следующий год период плохой заканчивается в втором полугодии. Он чуть-чуть по-другому идет. Поэтому для женщин, да, если вы планируете поездки, лечение, что-то сделать, купить, там, чем-то новым заняться, работу поменять и так далее, первое полугодие не очень, втором полугодии это делать. Для мужчин, в принципе, для туладельта людей этот год хороший, для мужчин. Но вот для женщин, да, и потом, да, для год зайца, вот женщин именно, потом после своего, да, вот это вот идет дракон, год змеи хороший год будет очень. Угу. Чуть-чуть, вот он хороший период начнется уже со второго полугодия года дракон, и дальше уже он на следующий год вот так. Да, это что касается года зайца.